Продуктовые наборы собраны, и волонтеры вновь отправляются на помощь тимиртаусцам, которые не могут самостоятельно выйти в магазин. Такая акция проводится в городе уже не первый раз. Волонтеры не остаются в стороне. Сегодня мы также продолжаем акцию по развозке продуктовых корзин для нуждающихся жителей города Тимиртау. Продуктовые корзины формируются по мере пополнения списка людей, обратившихся за помощью в общественную приемную городского филиала партии «Аманат». В продуктовый набор входят продукты первой необходимости, а также кофе, консервы, чай и сладости. Жители города, которым прямо домой бесплатно доставили необходимые для проживания продукты, говорят спасибо, едва сдерживая слезы. Благодарна, конечно, за продукты. Спасибо всем. Я очень рада, что нас не забывают. Партнерами благотворительной акции выступают различные предприятия города. В этот раз спонсором выступила компания ArcelorMittal Тимиртау. Помощь в развозке продуктов оказало охранное агентство «Норд». Оказывать поддержку нуждающимся планируют и дальше. Кристина Кириченко, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.